Добро пожаловать на мой канал поэзии, света и любви. Андрей Макаревич. Я смысл этой жизни. Я смысл этой жизни вижу в том, чтобы, не жалея ни души, ни тела, идти вперед, любить и делать дело, себя не оставляя на потом. Движенья постигая красоту, окольного пути не выбирая, наметив в самый край пройти по краю, переступив заветную черту. Не ждать конца, в часы уставив взгляд, тогда и на краю свободно дышишь, и пули, что найдет тебя, не слышишь, а остальные мимо пролетят. В полночной темноте увидеть свет и выйти к свету, как выходят к цели. Все виражи минуя на пределе, при этом веря, что предела нет. Не презирать, не спорить, а простить всех тех, кто на тебя рукой махнули. На каждого из нас у смерти есть по пуле. Так стоит ли об этом говорить?